Сам Олег Шишов на заседание не пришел, зато его и предприятие представляли два ответчика. В 2011 году между администрацией и спецавтобазой по уборке города был заключен договор аренды земельного участка площадью 391 297 квадратных метров для полигона твердых бытовых отходов. Расчет арендной платы изначально сделан с учетом понижающего коэффициента. Позже администрация воспользовалась правом и пересчитала плату за весь срок аренды, потому что арендаторы, по мнению мэрии, не относятся к организациям, созданным для оказания услуг по вывозу бытовых отходов и уборке городских территорий общего пользования. Поскольку администрация считает, что ответчики не относятся к той категории арендаторов, на которой распространяется понижающий коэффициент, была пересчислена арендная плата, было предложено в досудебном добровольном порядке оплатить задолженность. Из-за перерасчета и возник долг по аренде, который стал поводом обращения в арбитражный суд. Ответчики с претензиями администрации не согласились. Администрации города необоснованно отказано в применении к нам такого же понижающего коэффициента. В частности, организация ООО «Специализированная автобаза» является организацией по уборке города, в том числе по вывозу твердых коммунальных отходов. Обоснованно ли отобрали льготу, выяснит арбитражный суд. Рассмотрение дела по существу начнется 7 июня. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».